Вопрос к знатокам. Какой кардан более неисправный? Кстати, здесь дата даже есть. Передний. Вот мне кажется, передний вообще болтается. Это же много. Просто по сравнению с задним. Чтобы видно было. Задний почти не болтается. Передний прямо такой люфт хороший. Ну, это большой люфт или это нормальный для него люфт? О, еще добавлю. Когда я вот этот вращаю, вращается он тот второй маленький вал. Но при этом этот остается неподвижен. Ну, чуть-чуть колеблется. Короче, мне кажется, у меня вибрации могут быть из-за переднего кардана, либо из-за того, что вот это все люфтит. Пятая передача включена, а раздаточная коробка стоит на нейтралке. Ну, лично я никаких вибраций не наблюдаю. О, еще вопрос. Ребят, а что это такое? И разве оно не должно быть к чему-то подключено? То есть никаких проводов не должно идти? Не знаю, видно или нет. Просто штука без проводов, как будто датчик.